Добрый день, с вами Прокат Мека. Сейчас я вам расскажу, как запустить бензиновый генератор, как им пользоваться, как обслужить и как подобрать генератор под ваш инструмент. Перед тем, как начать работать, надо проверить уровень масла. Уровень масла проверяется специальным щупом. Откручивается щуп в генераторе. Смотрим, у нас уровень масла, низкий уровень масла. Масляное голодание идет у двигателя. Надо долить масло. Пока что я буду доливать, я вам расскажу, как подбирается генератор. По каким критериям. Генератор нужно брать с запасом. Если у вас инструмент 1 киловаттный, надо взять генератор 2 киловатт. Чтобы запасом был. Масло долили, уровень масла посередине, масло чистое, новое. Открываем кран, это подача топлива. Включили зажигание на двигателе. Делаем старт. Перед стартером дроссельную заслонку надо закрыть. Открываем ее. По обслуживанию через каждые 50 часов меняется воздушный фильтр. Воздушный фильтр стоит здесь, возле стартера. Откручивается, меняется. Также топливный фильтр меняется. И масло меняется через каждые 15 часов. Откручивается болт для слива масла. И каждые 50 часов надо регулировать клапана.